Последний день кастинга заканчивается. В комнате ожидания остался всего один человек. Тем временем золотую звезду от Сергея Соседова получить так никто и не смог. Сергей Васильевич, а вы у нас один остались со звездой. Может, никому и не дам. Неужели и в самом деле музыкальный критик заберет статуэтку себе на память? Здравствуйте, меня зовут Иван Дятлов. Да, Иван, здравствуй, здравствуй. Как же ты вырос. Ты его знаешь? Да, коллеги, я вот помню этого парня 12-летним мальчиком. Да ты что? Да, который пришел на конкурс «Хрустальные звездочки», где Иосиф Давидович покойный Кобзон был председателем жюри, а я имел честь быть в составе этого прекрасного конкурса. Да, Вань. Рад тебя видеть, на самом деле, ты знаешь. Взаимно, спасибо. Скажи, пожалуйста, вот покойный Иосиф Давидович тебе очень, так сказать, помогал при жизни. Ты поступил в итоге? Я окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Вот, вот, я помню. Но Иосиф Давыдович мне советовал все-таки получить еще творческую специальность и актерское образование. И я сейчас являюсь студентом Института театральных искусств. В нашей семье очень уважали и уважают Иосифа Давыдовича Кобзона, народного артиста СССР. И с детства, наверное, я слышал как раз его песни, любит его бабушка слушать, мама. Так получилось, что когда мне было 12 лет, я участвовал в одном из всероссийских конкурсов. Там председателем жюри был Иосиф Давыдович Кобзон. Поет Иван Дятлов. Он меня отметил как одного из там, лучших исполнителей, можно так сказать. А потом случилось, наверное, одно из самых таких запоминающихся событий в моей творческой жизни. На гала-концерте в финале, когда стояли все участники конкурса, Иосиф Давыдович исполнял свою коронную, можно сказать, песню «Надежда». Надежда, мой компас земной, а удача награда за смерть. Я стоял где-то неподалеку, тихонечко так ему подпевал, а он услышал, развернулся и показал настоящий впереди микрофон, мол, можешь вот со мной вместе спеть. Я подошел, взял микрофон и вместе с Иосифом Давыдовичем спел дуэтом «Надежду». Это такая моя большая гордость, большая память об этом великом человеке. Иосиф Давыдович — это кладезь того, как артисту себя нужно вести на сцене, как нужно проживать слово, смысл песни, как нужно доносить до зрителя. Но, конечно же, пропуская это все через призму своего творчества и через призму своего понимания песни, смысла песни. Вань, а скажи, пожалуйста, ты сегодня будешь что-то петь, я так понимаю, из репертуара Иосифа Давыдовича, да? Песня «О далекой родине» из репертуара Иосифа Давыдовича. Это тонкая песня Михаила Таривердиева. Да. Как ее преподнесет Иван, мне очень интересно. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линией. Берег очень круто. Красавчик. Берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то
что далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Отсюда к родному дому. Спасибо. Ваня, коллеги, Сергей, я не могу отойти от впечатления. Ваня, дорогой, вот ты знаешь, спасибо тебе за отношение к этой песне, к музыке, понимаешь, да? Ты вызвал во мне чувства, которые редкие. И вот это и есть, это и есть артист, который вызывает такие чувства. Спасибо тебе за это, дорогой мой друг. Да, фантастическое, фантастическое исполнение. Я тронут невероятно. Так, конечно, никто нас здесь не покорил. Ни один участник за все эти 5 дней. И, конечно, это моя звезда. Тебе прекрасный артист, удивительный, тонкий, музыкальный. Конечно, это эталон мастерства, просто эталон. Я хочу, чтобы эта звезда стала твоей звездой, звездой твоей победы, твоего успеха не только на Factory By, но и в жизни. Победы в жизни, во всем. Спасибо тебе. Спасибо.
Помимо этого, у тебя 4 «да» в любом случае. Спасибо вам большое, спасибо зрителям, спасибо наставникам. Дай же посмотреть на тебя, звезду-то я уже видел. Ожидал такого поворота событий? Нет, вообще не ожидал. Я стоял в таком, как бы, не веря, в общем-то говоря, происходящему. Увидимся с тобой, но уже на этапе стулья. Тебе повезло, но ты это действительно заслужил. Спасибо. Молодец. Спасибо огромное. Вот дождались. Да, дождался. Вы понимаете? Я не ожидал. Ну, я все что угодно ожидал, но такого, это вообще, это за гранью. Это за гранью, да. Понравился, да? Да.